Всем привет, с вами Михаил из Далласа. Вот сейчас мы проехали. Мы на Заус-Падре находимся. Сейчас мы проехали до севера, где заканчивается жилье у людей. Да, и тут уже вот как бы шоссе. И будем возвращаться сейчас на юг. Вот это главная, основная трасса, которая идет по Саус-Падре. Вот мы как бы по этому драйву как бы будем и... Правда, я сейчас как бы сказал раз 30. Будем вот двигаться. Вот такие вот беленькие домики тут. Сейчас я только секунду. Да, все окей. Не был уверен, что я 60 кадров пишу. Проверил еще раз. Вот это новый достаточно постройки, как бы. Какие-то клубные есть дома тут. Ну, тяжело понять, что это такое. Какой-то комплекс. Скорее всего, тут еще что-то можно купить. Я приехал сюда, так как я снимал 360, и, значит, проехал по этой дороге, соответственно, до конца туда. Да, точно, это вот жилой комплекс, он достаточно... Я его видел пару раз по телевизору. Такие беленькие дома у них, наверное, такой. Вот, это тут есть пляжи, значит. По правую руку от нас находится залив между порт Изабел и Саус-Падре. С левой стороны находится Мексиканский залив. Вот тут вот видно, сейчас был въезд уже на пляж, а на левую сторону, там вот где дома, это уже, значит, линия морская прибрежная. Мы проедем сейчас через всю улицу, а потом я сделаю еще вечером ночной заход, когда тут народ гуляет. Сейчас достаточно пусто, середина дня, четвертый час дня, народ, в общем-то, в большинстве своем чем-нибудь занят. Вот в этом отеле, кстати, мы почти вот тут вот налево, который мы сейчас съезжали, отмотайте чуть-чуть назад, белый отель слева, вот мы в нем практически взяли комнату, но в последний момент передумали и взяли в с Airbnb сняли квартиру. Я смотрю, отель такой тоже. Не хуже было бы, я думаю, если бы у нас был вид на Ocean View, как бы то, что называется, было бы далеко не хуже. Но, тем не менее. Вот тут вот справа это такая больница для черепах. Они тут спасают черепах, вот это вот. По правую руку было. Вот мы движемся по этой основной улице. Но видно, да, что место такое курортное. Много солнца, поэтому все раскрашивается. Ну, по возможности. Какие-то цвета отличные от бежевых тонов. Красные, зеленые всякие и так далее домики. Потому что как человек, который жил под таким солнцем, я вам скажу, утомляет немножко. Все выцветает, все становится очень белым, и вам это, наверное, хорошо заметно. И поэтому хочется какой-то радости в глазах. То же самое происходит, кстати, в местах, где пасмурная погода. Там стараются люди внутри дома раскрасить, да, там, в какие-нибудь более яркие цвета. Там очень часто встречаются всякие зеленые
вещи внутри дома там. Вот. Рассказывать особо-то нечего, на самом деле. Мы в отпуске гуляем, отдыхаем. Поэтому я так просто болтаю с вами. На самом деле вы можете меня не слушать, просто выключить. Я вот сейчас как этот прям... Как его называть-то? На домре, который играет «Одна палка, два струна, я хозяин сторона». Что вижу, то пою. Мы едем, я смотрю, вот что в голову приходит, то я вам и говорю. Появляются странные люди на канале периодически, которые считают, что там, надо обязательно что-то написать в комментариях. Совершенно не обязательно. Если нечего сказать, можно не говорить. То, что там начинается. Подсчеты, сколько я раз сказал, сколько раз я кофе глотнул. Это как бы нежелательное поведение, скажем так, на нашем канале. И поэтому эти люди навечно банятся. Все остальные могут говорить, что хотят. Если реально есть что сказать, то есть не просто какую-нибудь гадость сказать, а что-нибудь полезное. Сейчас параллельно слева и справа, параллельно идут две улицы еще. Вот давайте я вам покажу что-нибудь по параллельной улице. Потому что, ну, по этой особо нечего смотреть. Видите, можем доехать до этого, посмотреть залив. На ту сторону, почему я на ту сторону не заехал, потому что там нечего смотреть на самом деле. Тут с этой стороны это залив такой, а вот люди тут живут. А с той стороны это такое более гостиничное. Вот можно купить даже, вот продается, вот что-то перестраивают, видите. Так вот народ живет. Неплохо так. Далеко так. Если у вас нет своего самолета, и вы сюда не можете сами летать, то, наверное, проще снимать тут. Давайте посмотрим вот вправо, что тут будет. Потому что наездиться сюда не наездишься особо. То есть вот так по несколько часов переть. По несколько. 10 часов, допустим, из Далласа, да? Оно как бы достаточно бессмысленно получается. Вот видите, слева параллельно идет улица, там нежилая, а вот тут жилая. Так мы с вами вот тут поедем. 360 мы там ехали. Там, наверное, было интереснее. Может, тут 360 можно проехать. В принципе, я так смотрю. Неплохо так. Надо подумать сейчас. Может, имеет смысл в ту сторону махнуть. Еще раз обратно с камерой. Сейчас посмотрим. Это вот пока для вас только.
Давайте мы подъехали тут. Винта прохода какого-то тут, два винта. А, мы тут катались, путались где-то тут. Мы тут катались на лодке вчера. Дельфином. Да, вот такое интересное тут местечко я набрел. Сейчас, наверное. Да, вот тут вот мы катались, точно. И да, мы вот тут вот прокатились вчера. Всем привет еще раз. Вот я проехал, короче, по всем трем улицам, сделал 360. Так вот, мы закончили запись 360-градусных видео. Что я еще скажу по поводу, как мы будем обратно ехать, я еще не уверен. То есть там две дороги, вот одна, по которой мы ехали сюда, это 77-й шоссе, это от Вейко, она отделяется от 35-го интерстейта и идет на юг до города Виктории. Мы доехали и там типа уже она поворачивает и едет вот практически сюда уже, до порта Изабел. Есть параллель, можно спускаться на юг по 35-му шоссе, соответственно. И как бы мы думаем на эту тему вместе с GPS-ом. То есть мы ему говорим, что мы едем, а он смотрит, где пробок нет. И если сюда мы ехали два дня, и мы в Виктории, мы переночевали и потом, соответственно, поехали дальше, то обратно мы все это будем делать за один день. То есть и будем где-то каждые два часа примерно останавливаться на передышку, потому что, ну, невозможно столько сидеть. То есть порядка 10 часов у нас уйдет дорога, плюс еще, значит, где-то 2,5 часа, да, мы будем отдыхать. Ну, где-то за 13 часов мы рассчитываем справиться с этим путем. Сейчас мы переезжаем опять на сторону порта Изабел, по мосту, дабы заправиться, чтобы завтра просто не останавливаться, как только выехали, чтобы не останавливаться. У нас нас напряг с бензином на 40 миль всего. Ух ты, обратно стоит пробка от чей-то. Окей, народ прет, я смотрю. А, ну это только тут, окей, это светофоры.
тогда ничего страшного. Вот. Рассказали нам вчера историю про этот мост, значит, пару лет назад. Вот параллельно вы видели второй мост, я сейчас про него тоже расскажу, но вот про этот мост. Пару лет назад какая-то баржа стукнула мост этот. И он был перекрыт. Оказывается, это единственный мост, который сюда ведет. Значит, он был перекрыт, и несколько недель, две недели, по-моему, он сказал, пока его восстанавливали. И все это время людей туда-сюда возили, значит. Так называемые сардин-ботс. Это такие лодки, которые набиваются много людей на них, и они могут катать их. Вот они этим и занимались. И про второй мост, значит. Второй мост построили давно. Когда его строили по технологиям, как строили мосты для... для островов в пресной воде. И он, в общем, он вообще, в принципе, оказался бесполезным, потому что он был очень узким. И, то есть, добраться там, на автомобилях сюда нельзя было. Они пешком пользоваться им можно было, а на машинах ездить нельзя было. Поэтому он оказался бесполезным в этом плане. Второе, что он типа развалился через несколько лет, так как он не рассчитан совершенно на соленую воду. Но через несколько лет он накрылся и начали строить вот уже нормальный мост бетонный. Но он там стоит как памятник человеческой глупости, что ли. Thank you.